С сегодняшнего дня в России начинается блокировка социальной сети Instagram. В связи с этим многие российские звезды спешно создают каналы в Телеграме, либо же возвращаются в давно забытые Одноклассники или ВКонтакте. 54-летний Дмитрий Нагиев, шоумен и телеведущий, тоже подготовился к нововведениям. Он опубликовал прощальное послание поклонникам. На видео он бреет голову под песню «Поезд в огне» группы «Аквариум», тем самым выражая поддержку Борису Гребенщикову, который выступил против войны в Украине. Цитата: «До свидания, мы обязательно встретимся, я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием, что же я старый натворил?» Именно так написал Нагиев. Поклонники активно отреагировали на эту запись. «Я обожаю «Аквариум», очень символично выбрана песня, красавчик, как всегда, главное, брови оставь». А некоторые говорят, что не надо прощаться, они в состоянии установить VPN. Но, к сожалению, этот комментарий не актуален. VPN уже не поможет. В России блокируют VPN-сервисы и грозят штрафами за их использование.